Песок ужасно, блин, горячий. Настолько горячий, что я еле иду. Как, блин, как в печку, как в духовку стал ногами. Ёлки-палки. Ай, блин, сейчас я дойду до воды. А, я же мучаюсь, я же помираю. Все только для того, чтобы снять для вас видео. Блин, цените, люди. Цените, ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, фу, мокрый песочек. Ой, водичка. Водичка, водичка, кораблики. Видно? Очень хорошо. Но сейчас уже сколько времени? Сейчас уже 12 часов дня. Парусники вышли в море. Красота. Там где-то красный Iron Jet в центре города гоняет людей по волнам. Я не знаю, не помню, сколько там. 30 или 40 евро стоит, что не знаю. Точно не знаю. Ну вот, смотрите. Смотрите. Давайте немножечко мы отвлечемся от политики, от всей этой дряни, от всей этой грязи, которую наше правительство нас пытается окунать, ежедневно оправдывая свои ошибки какими-то случайными, спонтанными шагами, якобы по улучшению миграционной политики и улучшению состояния в стране. Сейчас каждый день у нас в Германии людей просто-напросто убивают, режут, нападают всякие исламисты, всякие радикалы и тому подобная дрянь. Полиция, кстати, вот несколько дней назад, между прочим, вот смотрите, вот вам просто так, для примера, как говорится, информация к размышлению. Несколько дней назад в одном из городов рано утром полиция застрелила одного исламиста, напавшего с ножом на людей, оказавшего сопротивление полиции. Так, я сейчас из-за очков не вижу. Вот давайте посмотрим. Опять я сказал, блин, уходим от политики. Ёлки, ладно, сейчас исправлюсь. Полиция застрелила этого исламиста. Где же Нэнси Фезер? Она промолчала. Но зато она до сих пор орет по телевизору и везде, что благодаря ей и благодаря этому пакету мы смогли отправить вонючих исламистов обратно в Афганистан. Так проще было их не принимать. Ладно, ну их всех нахрен. Наслаждаемся морем, друзья. Наслаждаемся морем, видами на море, водичкой. Вот такая у нас водичка. У меня сейчас очки с поляризационным фильтром, и я камеру не вижу. Приходится снимать очки, чтобы видеть саму картинку. Мне нравятся вот эти вот парусники. Красота. Красота. Дельфинов вблизи у берега, вот у пляжной зоны, я до сих пор не видел. В прошлом году я видел дельфинов, я аж сам поразился тому, что они здесь есть. Я думал, что дельфинов здесь нет, кроме больших рыб. А вот сейчас я дельфинов не встречал. Но погода просто зашибисная, елки-палки. В один день только, вот когда мы приехали, на второй день здесь мы вышли на море. Тут только слегка были волны. Вода была слегка, чуть-чуть прохладная. Но сейчас я не знаю, какая температура воды. На улице плюс 38. Ну, может быть, температура воды градусов 20. Я не знаю. Но прекрасно. Просто обалденно. Как говорит один блогер, шикардос. Наслаждаемся. Наслаждаемся морем, друзья, пока есть возможность. Пока есть теплые денечки, пока есть отличнейшая погода. Просто наслаждаемся. Так, а, понятно, горизонт завален. Это типа сапожники, давай кино, да? Хорошо. Ну что, будем выходить? Так, вот это павильоны, которые принадлежат нашему апарт-отелю. Если просто арендовать такой павильон на день, он стоит, я уже говорил, по-моему, около 50 евро. Достаточно дорогая сумма, высокая сумма. А в ту путевку, в которую мы купили, в этот апарт-отель, эти павильоны входят.
Поэтому заботиться о том, что будешь лежать, вот, допустим, под таким вот зонтиком, уже не надо. Павильон намного круче. Он закрывает с обоих сторон ширмой. Сверху натягивается крыша, вот эта вот ширма. И плюс там столик и 4 шезлонга. Так что обгореть, это, чтобы обгореть, это нужно действительно постараться. Это нужно постараться. А там в центре города, вау, что творится. Народу как селедок в бочке. Ну, давайте посмотрим еще раз на парусники. Вон парашютик. Катер за собой таскает. 80 евро, кстати, стоит в этом году покататься на парашюте. На одного человека 80 евро, на двоих, по-моему, 140, на троих что-то около 180. Или, ну, чем больше народу, тем ниже цена. Но там просто только 3 человека могут сесть. Я думал погонять на таком парашютике, но проблема в том, что когда они тебя подтягивают к катеру, они разгоняют катер так, что брызги летят во все стороны. А камера у меня немножечко дороговатая, поэтому мне не хотелось бы, чтобы она у меня накрылась. У меня сколько-то лет 15 назад одна камера накрылась, капля воды попала в эту камеру, и все, и она перестала работать. Поэтому я в этот раз решил просто-напросто довольствоваться видом со стороны, скажем так. Видом со стороны. Ну ладненько, пойдемте теперь в павильон под зонтик. Где-то там мое семейство плавает, я уже не вижу там народу, правда, не так много, но вот я их увидел. Ну пусть плавают, а я пойду в павильон.